знамения, как говорят, такие не совсем приятные. Ну вот давайте вот с точки зрения других этих знамений неприятных поговорим про политэкономию. Вот, то, что там нам, мне во всяком случае более ясно, понятно, но и про то тоже ж забывать нельзя. И вот я вам сделал ряд видео, где описывал, что вот эта проблема, которую навязывают сейчас Украине, Польша, там прежде всего, конечно, Румыния, Венгрия, ну и Словакия, к сожалению, и даже Чехия к этому подключились. Вот, да, Болгария, Молдова, про сельское хозяйство. Там, кстати, говорят, Чехии в детских садах, там у них женой ну, это будет Вальпургивая ночь, там и все прочее. Так якобы детям говорят, чтобы метла приносили и писали имена свои, чтобы метла были персональные, представляете? детям в детских садах. Ну или Евангелие они не читают. Там же у них все-таки вот есть такой город Киев. Там же была столица, там место пребывания Кирилла и Мефодия. Вот, святителей славянских и так далее. Это ж такая купель у них христианская. Вот, и Папа Римский признавал Кирилла и Мефодия и давал им тоже специальный такой э, документ на то, чтобы они проповедовали на этих землях. И византийский э, патриарх. А тут теперь вот видите уже, как с детям говорят, метла приносите в детские сады. Вот вам и, так сказать, Чехия, вот вам и президент, там этот генерал, все говорит, что Украина шансов не имеет, как там его Павел или как. Вот вам там еще и эти чешские правительства и прочее. Ну, а вообще, с другой стороны, может, это как раз у них космические метлы, и они готовятся, что эта метла станет главным таким транспортным, транспортным засобом, на якому будут присуватись мешканцы там Праги, чи чешских там, чи Острави, чи інших чешских мест, там, блин, летать будут на метлах электронных, вот это класс будет. Может, мы что не понимаем, может, это их такой готовится, они прорыв, седьмой космический уклад, может, еще и маска заткнут с его ракетами, может, на Луну полетят на метлах. Вот Синдзепин там, конечно, кровавыми слезами умоется, если они, чехи полетят на метлах на Луну. Ну, это так, конечно. Ну, давайте так, теперь про сельхоз же продукции нашей вернемся, к баранам нашим. Вот. Ну, я всегда говорил, что в Украине, что надо разобраться. И обидно, ну, не то, что обидно, просто противно, что вот такое безмозглое у нас, типа, правительство есть, там, кто там работает, что это за, кого они набрали. Ну, какой, говорят, какой поп, такой и приход. То есть, кто наверху, то и внизу. Ну, если главный, так сказать, прогнозист Буданов, то вместе с, видимо, своей этой самой психологиней, то про что можно говорить? На него все ссылаются, слышите, Буданов, кто такой Будан, откуда Буданов взялся? Но теперь это главный пророк в Украине и на всем пространстве, его даже Бильд цитирует. Так вот, смотрите, ну давайте к таким людям более таким, как бы фундаментальным. Итак. Української мови експорт агропродовольчої продукції в січні-березні за перший квартал да, три місяці, 2023 року, 2023 року, ну, з України 6 мільярдів 750 мільйонів доларів. Це багато, це дуже мало, це зовсім мало. Але це на 5%. Перевищує відповідний показник за аналогічний період минулого року, ну, коли, уявляєте, тоді війна, була вони вже в Києві, були в Чернігові, в Сумах і інших містах. Е, про це повідомляє ННЦ, NN, Інститут аграрної економіки із посиланням на дані Держмитслужби. пише Агроньюс Як зауважив заступник директора цього інституту, академік Нан, Ну, Національна академія аграрних наук, я так розумію, Микола Пугачов. Ну, це люди, які компетентні, вони знають, про що вони говорять. Продукти сільського господарства і харчової промисловості беззаперечно домінують у товарній структурі загального експорту України, займаючи в нього зараз ось на цей період. аж 65%. ну, две трети. То есть, две, как я вам и рассказывал, две трети сегодня экспорта Украины вот за первый квартал 2023 года – это сельхозпродукция и сельскохозяйственные продукты. Дальше очень интересно, по странам он дает, куда же идет наш этот самый. Переважно на постачаниях до Евросоюза Украин, это 3 миллиарда 67 670 млн. Країни Азії теж немало 2 мільярда 450 млн. Африка, кстати, 345 мільйонів. Ну і СНД, это остатки Советського Союза 155 млн. І далі дуже цікаво, хто ж займає першу позицію в цьому рейтингу основних е, споживачів імпортерів української агропродукції? Повернув її собі Китай. Импортовавшую украинского продовольства на сумму 986 почти миллиард долларов. Вот такая интересная тенденция, да, и что-то мы не слышим, что Китай говорил, что он не будет покупать, что как-то это приводит к очень тяжелым последствиям для китайских крестьян и фермеров, сельского хозяйства, да. На миллиард купил, мало, конечно, можно было бы больше, но тем не менее. Значит, в десятку кто же вешал? кто еще у нас импортирует нашу, куда Украина экспортирует свою сельхозпродукцию. Румыния. 828 миллионов. Это много для Румынии, у которой почти там больше 30 миллионов населения. Я не думаю. Это мелочи жизни. Туреччина. 759 миллионов. Может больше. Я думаю, что могла бы. Польша вот дальше идет. 600, такое число такое фиговенькое. 666 миллионов. Знаете, да, число там зверя у Иоанна Богослова в его этом самом апокалипсисе. Нидерланды 381 миллион. Испания 379 Угорщина, Венгрия такая есть, 268 миллионов, из-за 268 миллионов Орбан такой базар поднял. Италия 256, Немеччина всего лишь 154, а там сегодня только зарегистрированных уже скоро будет полтора миллиона украинцев, а зерна они ведь продукции не покупают у нас. Ну и Египет 149 миллионов. Вот, в эти 10 краин забеспечивают 71% доходов украинских этих, зазначив этот науковый профессор, академик. Вот, понимаете, аж 71%. Теперь вдумайтесь, то есть, причем тут Словакия, Чехия, Болгария, да? Ну, Румыния, понятно. Ну, и Польша. Что ж так несчастные 660... А знаете, сколько они с России сельхозпродукции закупили уже? На почти на 400, на больше, чем на 400 миллионов долларов. Причем увеличивают. На одну треть увеличили по сравнению с 2022 годом. А в 2021 всего 20, 206 было. То есть с Россией можно торговать полякам. Нормально все. Не страдают польские эти самые фермеры от российской, путинской сельхозпродукции. А вот от украинской, ох, бедные как страдают. Аж на 666 миллионов настрадались. И такой, и такой шабаш подняли, а? Вот вам и поляки, вот вам и дуды, вот вам Мараховские и прочие, так сказать, шведы. А, друзья, товарищи, ну, ордены изуитов есть ордены изуитов, понимаете? Цель оправдывает средства, это понятное дело. А для достижения цели все средства хороши, да? Дальше смотрим, что же там еще у нас интересное. Ну, что тут э, зерновые культуры выступают, это 3 миллиарда 170 миллионов. Алии и жиры один, около 1,5 миллиарда, 1,465. Насиние и плоды олийных 826. Заложки природной промысловости 360. Мясо и субпродукты 202. Представляете, это 90%. Так вот, смотрите, что же дальше получается у нас с вами. То есть и на полном серьезе, вдумайтесь, рассматривает эти все вопросы Еврокомиссия. И она уже, так сказать, запретила Украине поставлять эту продукцию, будет запрещено. И уже более того, там ситуация следующая, что они хотят включить в этот... Запрет экспорта Украины туда и яйца, и мясо, и разные переработки продукции. Вот, смотрите, Европе... Отлично, вот давайте прочитаем. Вот, чтобы вы понимали, что творится. Но если это не геноцид по отношению к Украине со стороны Европейской комиссии, а Зеленский с утра до вечера рассказывает, что мы идем в ЕС. Куда мы идем? Очнись, очнись ты наш, этот самый, как он, последователь Станиславского. Ты так в роли вживаешься, что потом из них выйти не можешь. Вы его хоть выводите оттуда, там, кто там, Ермак, Шмигаль, кто там его еще, девочки, женаш, наверное, выводит его. Вы его чаще выводите из этих ролей бедного, а то же он не может выйти из них. Європейська комісія готова розширити список товарів, заборонених до ввезення з України крім чотирьох товарів, запропонованих минулого тижня. Тобто, вона хоче к забороні. тобто вже уже 4 товари запрещені. Це пшениця, кукуруза, ну, ріпак і соняшник подсолнечник. А хоча да не знаєте, що ще добавить? Зокрема, яйца, м'ясо, птиці, ну и все, що остальное. То есть, э, говорить, давайте надайте нам статистику, інформацію, что там происходит. Комісія має уточнити, як виглядатиме допомога у транспортуванні українського зерна з Польщі до сусідніх країн. Слышите? А паралельно, вот смотрите, які прекрасні дають показатели. В Польщу було ввезено продукції в 2022 году. Она увеличила на 37% импорт, э, порядок с на импорт украинских товаров в 22 році, году Польше это во время тяжелейшей фазы войны. Когда там этот Дуда нам рассказывал, этот Качинский, Марахов, Мар, Мараховский или как там его премьер и прочие, что они с Украиной. Так вот на 37% увеличилась закупельная сельхозпродукции из России и Белоруссии. А? То есть все дурят бедных лохов украинцев. Ввезено продукции было в 2022 году на 422 миллиона долларов с России и Беларуси. А в 2021 году 307 миллионов, а в 2020 было 260. То есть фактически почти в два раза с 2020 года выросло импорт сельхозпродукции с России и Беларуси. А что ж польские фермеры молчат? А что ж министры все, си... про, это, как это, там? право и справедливость, или как там у них партия правящая называется, и прочие там оппозиционные. Я один министр этот новый, что ж он про это не рассказывает. То есть брехня, брехня, брехня и еще раз брехня. Так может надо Зеленский, так сказать, немножко нам остановиться, да пусть Путин, сказать Путину, пусть он начнет военную спецоперацию с Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, с Финляндией, а что только с Украиной. Пусть расширит, он же выдвинул им ультиматум. И сейчас этот, как его этот Вагнер сказал, что бой под Буабахмутом это стратегическая как бы перспектива, что дойдут до Варшавы, и Дмитрий Медведев же про это говорит. Может надо Путину расширить, так сказать, оперативный простор, чтобы ему легче было руки развязать, чтобы он легче, веселее до Варшавы дошел, а? Как вы думаете, дорогие мои? То есть это настолько брехня большая. Видите, надо просто посмотреть компетентного человека. Вот вам, пожалуйста, профессор, академик. Вот он все простенько на цифрах, простых официальных, все показал. Но тут же еще одна такая как бы штучка есть, что и была у них видеоконференция. Віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровським Це Дембровським, Урсули Дерляйн да, Він у нього віце. Та представниками п'яти країн Центральної Європи щодо імпорту. Вот. Шли перемовини в них, повідомляє РМФ, з Польщею, Словаччиною Угорщиною, Румунією та Болгарією. І они завтра на уровні міністрів Сільських Хозяйств будуть говорить. Вот. чтобы, значит, каким-то способом брать Украину с этих рынков. Ну и там договариваются, как они опломбировать будут эти вагоны и прочие там эти все камены с нашей продукцией. То есть мы с вами видим, что бы посткоммунистические страны, соседи Украины, они по сути проводят очень мощные санкционные запретительные меры по уничтожению главной сферы сегодня оставшейся еще, которая функционирует, сельского хозяйства. Мы видим, Шмигаль абсолютно некомпетентен и не может защищать интересы национальной Украины. Вот этот, которого поставили там на сельское хозяйство, его Зеленский с Ермаком поставили, он что-то там рассказывает, но он, видимо, тоже, как говорится, в этом деле большой специалист, так сказать вот, больших и малых жанров. То есть, по сути, по сути, власть в Украине нынешняя не в состоянии защитить национальные экономические интересы страны, геоэкономические. Вот и какой я вам вывод делаю. Поэтому вы на эту власть не рассчитываете. Она ничего добиться не в состоянии. То есть простой абсолютно я вам даю примитивно простенький арифметический анализ на базе очень простых выкладок, что это все туфта зеленая, что это специально, что высшие путинские силы, агентура его сидят в руководствах этих всех государств и проводят геноцидную против Украины политику.